Чебоксарская ГЭС в качестве эксперимента все же подняла уровень воды в Волге. Затоплены Балахнинский и Сормовский районы, а также часть Дзержинска. Ну, то вот они поднялись, а эти они выходят через пол сейчас. О, 77. За день прибавилось на 4 сантиметра. С 88 года мы здесь же никогда не было такого безобразия. Опоры, видите, тоже под водой стоят. То есть это ненормально. Раньше такого не было никогда. Кто понесет ответственность за данные эксперименты и что намерены предпринять власти региона? Об этом в 19:00.